Городские коммунальные службы продолжают подготовку к зиме. До 20 октября в Омске должны очистить всю сеть ливневых канализаций. Муниципальным имуществом займется Управление дорожного хозяйства и благоустройства, а сливные канавы в частном секторе должны убирать сами омичи. Напомню, что причиной весенних подтоплений стали именно захламленные ливневые стоки. В мэрии готовы помочь омичам, предоставить необходимую технику. На заседании Омского городского совета депутаты предложили поручить уборку ливневок частным организациям, однако желающих не нашлось. Существенно увеличился объем работ. В прошлом году ведение коммунальщиков было 130 километров канализации, в этом он вырос в два раза. Бесхозные ливневки включают в городскую собственность, а финансирование осталось на прежнем уровне.